как установить браузерное расширение, то есть программку, которая встраивается в ваш браузер, в моем случае это Яндекс, и расширяет его возможности. Сегодня я расскажу, как установить менеджер паролей LastPass в браузер, которым вы пользуетесь. Как работает LastPass, я подробно рассказал в первом ролике. Если не посмотрели, пожалуйста, пересмотрите. Сейчас ограничусь только двумя словами. Менеджер паролей LastPass позволяет автоматически сохранять пароли от ваших сайтов в надежное облачное хранилище и не записывать их на бумажке. При повторном заходе на сайт, для которого LastPass уже сохранил пароли, они будут автоматически подставлены, и вы быстро и просто откроете сайт. В браузере Яндекс это расширение у меня уже установлено, вот этот красный значок. Я сейчас открою Google Chrome браузер, в нем у меня нет этого расширения. Перейду на официальный сайт, ссылка на сайт будет под описанием ролика, и покажу весь процесс установки. Для установки вам потребуется работающая почта. Я вот ее предварительно открыл, это наша официальная почта. Сразу скопирую ее адрес и сохраню текстовый документ. Напишу, что это регистрационные данные от менеджера паролей LastPass. Напишу. Скопирую почту, нажму Ctrl-V. То есть вот на эту почту я регистрируюсь. Буду регистрировать свой аккаунт LastPass. Это очень важный параметр, потому что если вы забудете свой пароль, вы можете его восстановить. Он придет вам на почту. Итак, почта сохранена. Сразу же придумаю какой-то пароль. Это должен быть пароль больше, чем 8 символов. Можно, конечно, использовать тот же самый пароль, который вы используете от своей почты. Но я уже говорил, одинаковые пароли от всего – это неправильный подход. Поэтому придумайте какой-нибудь достаточно длинный пароль и вот сразу его сохраните в блокноте. Нажмите «Сохранить». Выберите папку, в которую вы сохраните все. Назовите этот файл LastPass тоже, чтобы было понятно, что в нем хранится. И нажмите «Сохранить». Все, регистрационные данные я подготовил. Теперь с официального сайта можно нажать на эту кнопочку, можно здесь, кому как удобнее. Приведет к одному и тому же. Вас попросят создать аккаунт для расширения LastPass. Вот как раз сюда я скопирую почту. Поле «Мастер пароль» как раз скопирую пароль от самого расширения. Видите, требуется даже больше, чем 12 символов. Мой пароль, который я придумал, прошел все проверки, что он и длинный, что здесь и цифры есть, и большие буквы. Поле «Подтвердить пароль» копирую опять же тот же самый пароль, то есть нужно указать, что вы пароль ввели правильно. Поле для запоминания можете не заполнять. И нажимаю на кнопочку «Взять бесплатную версию». Браузер предлагает вам сохранить сам пароль от LastPass. Нет, этого делать не надо. Он у вас уже сохранен в текстовом документе. И нажимаем опять же на красную кнопку «Установить LastPass». Как я уже говорил, LastPass – это браузерное расширение. Устанавливается оно значительно проще, чем программа на ваш компьютер. Вот открылась страничка из магазина, в моем случае Chrome, потому что я ставлю в Google Chrome. Нажимаю на кнопочку «Установить». Нажимаю «Установить расширение». Мне предлагают включить синхронизацию контактов с моей почтой. Я соглашаюсь и нажимаю «ОК». LastPass, к сожалению, работает только с английским интерфейсом, но Google Chrome пытается переводить эту страничку, но переводит он не всегда хорошо, поэтому я всегда отказываюсь от этого перевода. Значок установлен, сейчас он пока черненький, потому что мы еще не авторизировались в этом приложении. Черный вид значка LastPass говорит о том, что расширение установлено, но еще не произошла в нем авторизация. Щелкаю на этот значочек черненький, и мне предлагают ввести почту и пароль, который вы указывали именно при регистрации. Данные от вашего аккаунта в LastPass, в который он сейчас пытается войти. Я их копирую и нажимаю «Логин». Вот значок покраснел, расширение готово для того, чтобы сохранять пароли. К сожалению,
У LastPass нет русского языка в интерфейсе. Раньше он был, но сейчас его нет. Но настраивать сам LastPass в принципе не нужно, потому что он уже настроен и готов сохранять ваши пароли. Как это происходит, посмотрите, пожалуйста, в первом ролике. Очень важный момент – это сохранить данные от регистрации. То есть, если вы захотите установить LastPass в какой-то другой браузер, ну, например, браузер Mozilla Firefox, либо на другой компьютер, регистрироваться вам не надо, потому что вы уже зарегистрированы, у вас есть аккаунт на LastPass. Вам будет необходимо только скачать приложение и авторизироваться в нем. Давайте я сейчас покажу это. Опять же, перехожу на официальный сайт LastPass, но уже из браузера Mozilla. Также нажимаю «Взять бесплатно LastPass». Мне предлагают создавать аккаунт, но аккаунт у меня уже создан, он уже зарегистрирован. Поэтому я нажимаю на ссылочку «Логин», «Войти» и ввожу свою почту, которую я использовал при регистрации, и пароль. Отмечаю чекбокс «Запомнить мою почту» и нажимаю «Войти». Далее нажимаю на кнопочку «Загрузить», потому что в Mozilla у меня LastPass еще не установлен. Нажимаю «Загрузить». Попадаю в магазин расширений для Mozilla, он чуть-чуть по-другому видит. Нажимаю на «Добавить Firefox». Нажимаю на «Добавить». Соглашаюсь. И опять же, у меня появилась иконка LastPass. Он опять же черный, потому что я в нем еще не авторизировался. Щелкаю на эту иконку, подтверждаю. И вот в Mozilla, видите, процесс авторизации выглядит немножко по-другому, но идея та же самая. Опять же, вам предлагают создать аккаунт, но нам нужно войти. То есть мы нажимаем на кнопочку «Логин». И в поле почты вводим уже нашу почту. И вводим пароль. Нажимаем «Логин». Приложение готово, покраснело, готово сохранять наши пароли. Появляется сообщение, какие пароли вы хотите сохранять первыми, но я отказываюсь от этого, просто закрываю это окошко. Пусть сохраняет по мере того, как они будут появляться. То есть сейчас у меня LastPass установлен и в Mozilla, и в Google Chrome. Если вы пользуетесь всеми этими браузерами, все пароли от ваших сайтов будут сохраняться и будут сохраняться в одном аккаунте, то есть в одном облачном хранилище. То есть не надо создавать для каждого браузера свой аккаунт для LastPass. Нет. Сделайте, пожалуйста, как это выполнил я. Если что-то было непонятно в этом ролике, пожалуйста, пишите в комментариях, я ролик подправлю.